Приехали два врача скорой помощи, терапевты, и, значит, кардиограмму сняли дома. Все, температура, давление, все как положено. И один говорит: Иван Иванович будет жить до 100 лет. Второй говорит: ты что ограничиваешь волю Господа Бога? Ага. На Ивана Ивановича миссия. Тут я уже заинтересовался, что за миссия. 120 лет жить надо. И всему миру доказать, что каждый человек имеет такую возможность. Угу. И дело власти обеспечить человеку эту самую возможность прожить 120 лет. А вот что такой. Вы делаете для того, чтобы 120 лет прожить? Я делаю. Зарядку там что? Я нормально живу, просто нормально. Все эти извращения всякие, всяческого рода, меня совершенно не устраивают. Я нормальный образ жизни поддерживаю. То есть здоровое питание не придерживаетесь, да? Там? Это как Сократ говорил. Мне хочется есть, я поем. Угу. Хочется попить, я попью. Угу. Вот и все.